В Сургуте отметили лучших спортсменов. Ежегодный конкурс «Спортивная элита» призван выявить и наградить городских тренеров, сборные команды, специалистов по физической культуре и спорту. Определяют победителей по итогам выступлений на официальных городских, окружных и международных соревнованиях. Участие в конкурсе могут принять атлеты вне зависимости от их принадлежности к какой-либо организации. Отмечу, что за 2017 сургутские спортсмены приняли участие в 800 спортивно-массовых мероприятиях, завоевали больше 2000 медалей, из них 787 золотых. Хочу сказать слова огромной благодарности за ваше мастерство и профессионализм, за ваше терпение, за ваше неуемное желание добиваться наивысших результатов, неважно, каким видом спорта вы занимаетесь. Вы делаете порой невозможное, и мы не перестаем восхищаться успехом наших спортсменов. Наград удостоены 66 спортсменов города. Лучшим среди местных наставников призван заслуженный тренер России, тренер по легкой атлетике регионального центра адаптивного спорта в Сургуте Юрий Курдюмов. Спортсменом года стал победитель чемпионата мира по легкой атлетике среди слабослышащих спортсменов Максим Бган. На конкурсе отметили и Федерацию греко-римской борьбы Сургута. Конечно, это приятно, но дело в том, что цель нашей общественной организации – это достижение высоких спортивных результатов. А наша система, по которой мы работаем, это система пирамиды от массовости к мастерству. Чем шире основание, тем выше пирамида, то есть выше результат. Поэтому количество спортсменов однозначно зависит от уровня результата лучших ребят.